Ну, вы правильно заметили, что Южный газовый коридор – это глобальный, я бы сказал, может быть, уникальный проект по величине, по финансам, по сложности, по тому, что придется не просто в апстрим, а в мидстрим строить очень много и так далее. Но здесь есть… Почему мы уверены? Во-первых, прежде всего, потому что есть политическая воля государств, которые вовлечены в этот коридор, страны, прежде всего. Второе, я должен сказать, что Азербайджан сейчас обладает, и там, где он участвует, особенно апстрим, мидстрим, там, где Азербайджан имеет долю, а он имеет везде большинство, мы готовы и в состоянии сами финансировать все проекты, которые сегодня мы должны реализовать до 2020 года. Это второе. В проекте участвуют самые крупные компании сегодня энергетического мира. И поверьте, что одно месторождение Шах-Дамис, которое располагается на глубине моря 500 метров, оно будет разрабатываться с такой технологией, которая никогда не применялась в Каспийском море. Поэтому мы и технологически, и технически, и финансово, и политически сегодня проект полностью поддерживаем.